Праздники для женщин – суровые будни для мужчин. В канун 8 марта сильная половина человечества постоянно ломает голову. Как же порадовать любимых женщин? Ну, цветы. Было время, когда у нас были только гвоздики, а сейчас стараемся разнообразить цветочный стол. Девушки, розы, маме, тюльпаны. Обычно я любимой жене дарю букет белых роз. Романтический ужин, как обычно, с цветами. На этот праздник, например, она попросила мне подарить ей весы. Для мужчины важно, что вот он сделал подарок. Вот сам результат, он нацелен на результат. Но даже выбрав подходящий подарок, нельзя знать наверняка, чего же хотят женщины. Огромный-огромный букет цветов, ну и от любимого человека там. Признательные слова. Больше-то подумать ничего не надо. У меня сын. Он может меня пригласить в театр. Но я бы не отказалась, например, в качестве подарка от похода в ресторан. Я всегда буду рада получить подарок на любой праздник книжки. Цветы, косметику. Путевку. На отдых. Я бы рекомендовала женщинам быть более открытыми и искренними по отношению к своим мужчинам и делиться с ними своими фантазиями, своими желаниями, своими потребностями. И если женщина говорит, что ей важен не подарок, а внимание, не верьте. Ей важно и то, и другое. Главное – получить это от любимого человека.